приветствую всех на нашем канале. Сегодня я хочу представить вашему вниманию необыкновенно красивую коллекцию подставок для цветов. Именно сейчас летом это самое время для того, чтобы декорировать ваши зоны отдыха или загородные дома. Хочу показать вам и обратить ваше внимание на две вот таких подставки под цветы. Чем они хороши? Первая модель выполнена из металла, очень устойчивое основание и самое красивое сочетание, на мой взгляд, сочетание ковки и дерева. Вот эта модель выполнена с дополнительной чашей вверху. То есть вот сюда мы можем поставить любой цветок, который будет не спадать. Можно посадить вьющиеся растения внизу. Здесь отлично умещается ящик, в который можно, обычный балконный ящик, в котором мы можем посадить цветы. Такие можно, как у герань у меня, а можно вьющие цветы и пустить их по этой металлической опоре. Но даже если этого не делать, сама опора выполнена очень красиво. Здесь такой замысловатый рисунок, сказочный. Создается впечатление, что она как будто пришла к нам из старины. За счет вот такой вот легкой патины создается очень благородное впечатление. Следующая модель не менее интересная. Она выполнена тоже из металла, с оригинальной ковкой. Внизу деревянная обрамление, покрашенное специальным составом, который защищает дерево от излишней влаги. Далее устойчивое основание. Вы точно так же можете вставлять ящик. И вот могу сказать, что вот опору, подставку я не могу сдвинуть рукой. То есть она очень устойчивая. Еще одна интересная модель. Здесь в данном случае она выполнена вся из дерева, покрытая специальным составом. Что интересно в ней? Посмотрите, внутри она обита специальным материалом, который позволяет высаживать растения прямо непосредственно вот в этот мешок. То есть вам достаточно просто засыпать грунт и высадить растения. Все эти элементы вы можете поставить на входной группе, можете разделить зоны. То есть вот благодаря тому, что эти подставки достаточно мобильные, их можно легко перемещать по саду. Если вам нужно задекорировать какой-то участок сада, или же отделить зону отдыха, или же зону строительства разделить, чтобы, как говорится, глаз не видел, что там происходит. Вот это тот самый случай, с помощью которых вы можете очень быстро отделить зону, одну зону от другой. Но это еще не все. В данную коллекцию входит еще вот такое сооружение. Добро пожаловать в дом! Вы посмотрите, тут такая оригинальная табличка. Плюс еще это все висит на цепях. Здесь ящик сделан из дерева. Основание деревянное. Сама конструкция вся деревянная. Можете сюда вот так же, как у меня, поставить ящик балконный с цветами, высадив его сюда. А можете посадить цветы непосредственно в ящик. Он тоже оборудован таким специальным чехлом, в который вы просто можете высадить летники или многолетники. Причем вот этот вот элемент будет очень оригинально смотреться не только на входной группе около домов, но и около учреждений, ресторанов, кафе, да где угодно. Это просто милейшее приглашение войти в дом, который создает просто дополнительное радостное настроение. Посмотришь ее, и непременно хочется зайти в этот дом. Все эти модели вы можете купить в интернет-магазине Хитсад. Заходите к нам, делайте удачные покупки и декорируйте ваши сады. В интернет-магазине вы найдете гораздо больше моделей, чем здесь у меня представлено. Всем пока!